Привет! Сегодня я расскажу об очень полезном инструменте для бизнеса, в котором можно совместить секретаря, каталог товаров и услуг и отличного продажника. И все это за 2000 рублей в месяц. Ну давайте же теперь разберем, как может помочь нам чат-бот в Телеграме в качестве виртуального секретаря. Давайте разберем на моем собственном чат-боте, который я уже создал, который создал мне один очень хороший парень, о котором я чуть позже расскажу и оставлю его контакты. По сути, в этот чат-бот вы можете добавить неограниченное количество разделов и подразделов, которые существенно помогут вам в ведении вашего бизнеса. Ну, давайте же перейдем, посмотрим, что получилось у меня. Здесь есть подраздел «Обо мне», «Где я», «Что я», «Как я». Дальше «Мой бизнес». Здесь вы можете увидеть, что я занимаюсь двумя основными направлениями. Это производство мебели. И в производстве мебели есть еще дополнительные подразделы. И для тех, кто хочет заказать мебель, соответственно, может здесь это сделать. И производство мяса. Здесь вы можете посмотреть ролики по производству мяса, купить оригинальный рецепт, запросить прайс и еще сделать очень много всего интересного. Дальше. Подраздел платные услуги. Ко мне очень часто обращаются за просьбой размещение рекламы, именно той рекламы, которую вы смотрите в каждом ролике. И чтобы не объяснять каждому, что, чего и сколько, я добавил в свой чат-бот раздел касаемо этой темы. Здесь вы можете зайти, посмотреть, сколько стоит реклама, узнать условия сотрудничества, посмотреть статистику канала, заказать рекламу и узнать свободные даты. Возвращаемся в главное меню. Также есть раздел о сотрудничестве. Друзья, этот чат-бот в моем случае экономит сумасшедшее количество времени, того ценного времени, которое я вынужден тратить на создание нового контента. Теперь давайте рассмотрим еще одного чат-бота в качестве помощника по продажам. Вы создаете Telegram-группу, продвигаете ее в социальной сети в Telegram и рекламируете своего Telegram-бота, в котором вы публикуете, ну, например, вы пишете книги и выпускаете их в издание. Вот вы видите, да, можно заказать какую-то книгу, список этих книг, краткое описание, обложка, сделать предварительный заказ. То есть вся система касаемо продажи автоматизирована в этом чат-боте. То есть рекламируя только одного своего чат-бота, вы получаете сразу комплекс услуг, которые будут обеспечивать для вас трое специалистов. А теперь самое интересное. Самое интересное заключается в том, что вы можете автоматизировать даже оплату, которая будет проходить через вашего чат-бота. Например, вы продаете кучу каких-то товаров и не хотите, чтобы вам перечисляли деньги на карту, хотите, чтобы все это было прозрачно, легально и удобно. Так вот, вы подключаете, в моем случае я подключил Юкасса, зарегистрировался, получил Shop ID, получил API ключи. И в этом сервисе вы можете настроить абсолютно все оплаты. Подключить онлайн кассу, подключить онлайн магазин, оформлять документооборот и так далее. То есть каждый человек, который зайдет на ваш чат-бот и захочет у вас что-то купить, при клике на какой-то товар купить, вы автоматически получите оплату в свой личный кабинет Юкассы. Ну и сколько же стоит создание такого чат-бота и в какую стоимость обойдется ежемесячное его обслуживание? На самом деле на рынке предложений очень много, но я вам порекомендую парня по имени Антон, который сделает это вам гарантированно по лучшей цене и гарантированного крутого чат-бота. Здесь вы сейчас видите его краткую визиточку, ссылочку я оставлю в описании, переходите и заказывайте у этого парня своего крутого помощника. Друзья, когда вы только решили заняться каким-то бизнесом, у вас возникает самый большой вопрос. Что со сбытом? Где найти сбыт? Где найти гарантированные продажи? И как раз на эту тему у нас на канале есть, по-моему, 3 или 4 ролика. Я вам советую подписаться на наш канал и просмотреть эти ролики. И вот тогда, когда вы уже нашли сбыт и когда вы уже выросли, вышли на какой-то уровень продаж, у вас возникает второй глобальный вопрос. Как оптимизировать вашу работу? Где взять достойных сотрудников? Как сформировать полноценный прайс ваших товаров и услуг? Где взять хорошего специалиста, который сделает вам в том числе сайт, визитку, либо лендинг, либо интернет-магазин? И вот во всем этом вам поможет
чат-бот в Telegram. Друзья, в неспокойное время, когда банки один за другим попадают под санкции, бизнесу важно выбрать правильного, надежного партнера. Я рекомендую Модуль Банк. Это первый банк для предпринимателей. Это полностью частный банк, который не попал ни под одни санкции и почти еженедельно запускает новые альтернативные валюты стран СНГ и не только. Можно как работать с контрагентами в этих валютах, так и без проблем переводить прибыль на личные счета в этих странах. Особенно круто банк подходит для тех, кто работает на маркетплейсах. Модульбанк хорошо знает этот рынок и предлагает селлерам именно то, что нужно для успешных продаж. Например, специальные тарифы Seller и Seller Pro. Прибыль от продаж на маркетплейсах можно выводить на личную карту без каких-либо лимитов по объему до 5 миллионов в месяц бесплатно, а далее с комиссией всего лишь 0,5%. Снимать деньги в любых банкоматах можно также без ограничений. Обычно в банках более строгие лимиты на вывод собственных средств, но Модульбанк понимает происхождение прибыли с маркетплейсов и не вводит никаких ограничений и, более того, защищает от блокировок. Также получать деньги за выкупленные товары можно от банка сразу, не дожидаясь выплат от маркетплейса. А еще банк может бесплатно отснять для вас фото товара, создать карточки и даже сделать дизайн. И все это доступно в специальных тарифах от 490 рублей в месяц. Ссылка на Модульбанк в описании и закрепленном комментарии. С вопросом, для чего нужен Telegram-бот, как он может экономить ваше время и как он может помогать вам реализовывать ваши товары и услуги, мы разобрались. Теперь давайте поговорим о том, как же его прорекламировать и как сделать так, чтобы о нем узнали многие. Все очень просто. В одном из предыдущих роликов мы рассказывали о том, как просто можно набирать просмотры через сервис Яндекс.Дзен. Вы можете писать какие-то статьи, в том числе при помощи искусственного интеллекта, и добавлять туда ссылки с описанием вашего чат-бота Телеграма. Конечно же, очень много бесплатных вариантов рекламировать самого себя через свои же социальные сети путем размещения каких-то постов или новостей в социальных сетях, таких как ВКонтакте, Одноклассники или еще каких-либо других соцсетях. И если вы оказываете услуги или продаете какие-то популярные товары, например, вы монтажник натяжных потолков или осуществляете грузоперевозки, вы в том числе можете даже публиковать в статус, например, в мессенджере WhatsApp, оказываю услуги грузоперевозки, все вопросы в чат-бот, ссылочка на чат-бот. И вся ваша телефонная книжка гипотетически может стать вашими клиентами. И я абсолютно уверен, что если публиковать вашего Telegram-бота с перечнем ваших товаров и услуг, публиковать в тематических Telegram-группах на платной основе, то это будет достаточно выгодно, заплатив 1000-1500 рублей за публикацию в 10-тысячной телеграм-группе, о ваших товарах и услугах может узнать достаточно большое количество людей. Друзья, на самом деле можно много рассказывать о пользе телеграм-бота, и мне очень важно ваше мнение, как вы думаете, где еще можно применить телеграм-бота. Ну и последнее. 5 лет назад, в далеком 2019 году, когда я решил создать YouTube-канал и делиться с вами своим опытом, я начал с выращивания зеленого лука. Я построил сам теплицу. Значит, сегодня 21 января 2019 года. Решил я построить тепличку на своем земельном участке. Первые из подписчиков, которые попали на мой канал, прекрасно это помнят. Я ее построил своими руками, посадил 5 тонн посадочного материала и... Я абсолютно не владел никакой информацией. Мне никто не мог подсказать. Очень сложно было найти какую-то полезную информацию в каком-то компактном виде. И я на тот момент готов был даже заплатить немалую сумму денег за какую-то личную, нужную и важную для меня консультацию. Друзья, ко мне ежедневно обращаетесь все вы. Юра, подскажи, Юра, помоги, Юра, я вот мне 20 лет, я этим хочу заняться, я живу в Казахстане, я живу в Азербайджане. Друзья, нас с вами на канале уже больше 250 000. Если я буду заниматься перепиской и аудиальной консультацией с каждым, то кроме как консультации я больше не смогу ничем заниматься, потому что у меня просто не будет на это времени. Поэтому... Всем одинаково я отказываю, потому как не могу делить подписчиков на тех, кого проконсультирую, а кого не проконсультирую. И как раз именно поэтому в свой чат-бот я добавил возможность личной консультации. Естественно, это будет на платной основе, но, повторю, лично на своем опыте я знаю, что если пытаешься и хочешь чем-то заняться, то
ту информацию, которую человек уже прошел за несколько лет, она бесценна. И можно заплатить символическую 1000 рублей для того, чтобы получить эту информацию и в итоге не потерять 100 тысяч рублей на своих же ошибках. Друзья, на этом все. Всем, как обычно, крепкого сибирского. Всем пока.